Сегодня на 74-м году жизни скоропостижно скончался почетный гражданин города Чебоксары Станислав Владимирович Шалимов. Станислав Владимирович родился в 40-м году в Магаданской области. Свою трудовую деятельность он начал на Павлодарском тракторном заводе. В 1974 году был переведен на Чебоксарский завод промышленных тракторов. В середине 80-х Шалимов перешел на партийную работу. До апреля 92-го года Станислав Владимирович работал председателем исполкома Чебоксарского городского совета народного депутатов. Работая на руководящих должностях, Шалимов внес большой вклад в экономическое и культурное развитие города Чебоксары. В годы его работы активно строились объекты социального назначения, заводы, жилье. Прощание со Станиславом Владимировичем Шалимовым состоится в фойе Дворца культуры Чебоксарского агрегатного завода 17 ноября с 11 до 13 часов.